Сегодня я провожу семинар по сезонным продуктам, и сегодня у нас будет топовое блюдо — утиная грудка с фруктовым ризотто и облепиховой пеной. Ризотто отличается от другого риса, то, что могут ломаться эти зерна, да, и с ними надо очень аккуратно. То, что вот они находятся, вот, они должны быть полностью, а то получится, может получиться как каша. Лук шалот отличается вот то, что вот от простого лука. У него совсем есть, ну, другой аромат и запах, и он не такой едкий, как простой репчатый лук, да, он более мягкий. После того, как достаем утку уже из эфира или любое другое мясо, оно должно постоять примерно минуты 2-3. И весь сок, который в ней находится, он расползется, ну, по всему мясу. Если сейчас начать резать, абсолютно весь сок вытечет, и утка будет тогда немножко сухая.